Приближается Новый год и Рождество – время чудес, подарков и исполнения желаний. В нашей стране стало доброй традицией в преддверии новогодних праздников проявлять заботу о детях, требующих особого внимания. В преддверии Нового года каждый может стать добрым волшебником и подарить радость тем, кто в этом нуждается, приняв участие в акции «Елка желаний». Акцию уже поддержали глава города Александр Берсенев, заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко, председатель совета района Григорий Литовка и глава Славянского района Роман Синеговский. Так, «Елка желаний», смотрим. Ангелина. Станица Анастасиевская, 5 лет, мечтает о подарке-сюрпризе. Ну, организуем Ангелине сюрприз, я думаю. И в виде подарка, может быть, куда-нибудь пригласим ее к нам на елку. Так что, Ангелина, жди. Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также одаренных ребят. Подарки с «Елки желаний» обязательно доставят их адресатам. Ведь Новый год – это время чудес и исполнения желаний.